Еще о происшествиях. Грабил отдыхающих на курорте. В Соль-Илецке задержали жителя Оренбурга, который обчищал дома, в которых останавливались туристы из других городов. Было изъято имущество, ранее похищенное на территории города Соль-Илецка, а именно золотые изделия в виде трех золотых цепочек, двух крестов и медальона с изображением Божьей Матери. Кроме ювелирных изделий, в квартире грабителя сотрудники полиции нашли бензопилу, ноутбуки, блоки сигарет, коробки с водкой и другие вещи. Оренбуржец выносил все, что ему попадало под руки. Сейчас правоохранители устанавливают, сколько отдыхающих пострадало от действий преступника.